Твери в магазинах какие-то скидки делали на продукты. Старались как-то тоже помогать. Я Богдан Лисевский из команды КВН «Плюшки» имени Ярослава Мудрого. Я Илья из команды КВН «Плюшки» имени Ярослава Мудрого. И это проект «Тверь Тим». «Тверь Тим». Ну, если ежегодно в Сочи приезжает несколько тысяч человек, и у каждого из них есть стремление попасть туда, и пока КВН, может быть, и теряет свою популярность, потому что есть другие проекты, через которые можно в телевизор пробиться, но народу в Сочи приезжать не меньше стало. По-прежнему КВН среди молодежи популярен. Господа, попрошу без фокусов. Хорошо. Ну, в перспективе, мне кажется, каждый, кто играет в КВН, он хочет попасть в премьер, в высшую лигу. Это цель, которая тоже, которая ребят греет и ради чего они и стараются. Чего вы его спрашиваете? Он говорит только то, что скажет ему няня. Это неправда. Если бы не КВН, ну, не знаю, в какой бы другой сфере работал. Например, может быть, был бы каким-нибудь депутатом или чиновником. Удобный способ. Раньше он был один, наверное, единственный, когда ты мог с университета, начиная, без какого-то образования или еще чего-то, просто собраться с командой. Я, честно говоря, только за столом понял, что это моя команда. Попробовать выступить и проверить, только вам это смешно или людям тоже. Конечно, я в этом разбираюсь. Анфас — это мой профиль. Пишем свои проекты тоже, о которых, опять же, мы пока не будем говорить. Пусть это в тайне останется, но... Мы что-то с ребятами думаем, придумываем. Вот отсюда, вот сюда, чтобы вот здесь вот хорошо было.